Вот, спустил.
А наш зеленец самый лучший. Что ж ты об другой охотнице сказал? Это не ты охотишься, а на тебя. Собака, когда бежать больше нет, тебя обозлились на всех сторон, и лучше я попаду. И ты вдруг понимаешь, что в тебя вселился какой-то бешеный зверь, и рвет твое нутро когтями. И пока не сожрет тебя целиком, не угомонит. Вот зреешь в такой охоте, счастье на всю жизнь. Оно греет, горячее солнце. Не важно. Ты охотишься? Или на тебя? Охота! 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 Хочу делать, что хочу! Хочу, что хочу! Как только мы закроем глаза,
будет. А то, что у нас внутри, выбросит на полную. Yeah.
не беспокоится, что он никогда не наступит. С первым листом бегемота и гортанными криками павлина ваших клетках обязательно посветлеет. Постарайтесь дожить до этой минуты. Мы живем, как хотим. Три шага в левую сторону, три шага в правую. Если сделать четыре, ничего не изменится. Изменится все. От воли голова идет кругом. Можно сдать теней нашего сторожа. Мы хотим быть в одной клетке! Сколько лет вам надо не научиться понимать, где и зачем здесь? В дальний конец засады привезли новых зверей, таких же, как ты. Кто они такие? Они... Они газели. Что это? Не огорчайся, это очень красивое животное. А где они живут? По-моему, в Африке. В Африке? Там же крокодилы. Крокодилы около фонтана. А на кого я хочу? Это на вас все хочется. А мы тут дождь делаем. Спасайтесь бегством и пощипывайте травку. Веселенькая жизнь. Вы живы. Каждый вечер мы с хозяином ходили гулять в парк имени товарища Саннова. В намордник. Намордник для прохожих, чтобы они не боялись. Но они все равно боялись. И жаловались, что в городе живет дикий зверь. А я ручной. Ну просто газель какая-то. Красотка, говори, а то я тебя сейчас забодаю. Не забодаешь, ты больше не горей. Привезли нового зверя, мужчина, молодой, интересный. Кто же он? Черепаха. Они очень интересные мужчины. Динго, собака Динго. Ну я же гази. Забудь об этом. И речи, сколько влезет. И на травку наплюй. Дикая собака Динго! Сегодня. А завтра привезут еще какого-нибудь зверя. И окажется, что тебе придется прыгать по деревьям. И квакать. Я знаю, что говорю. Квакать тебе не придется никогда. Боже мой, какой надоеда. Неужели уже укол сделал? А если я хозяйка, собака? А если меня товарищ в парке будет гулять на морднике? Моя мечта на поводке погулять. Два ртовка по моим зубам хватит. Продолжить нечаянно. Thank you.
Я слышала, что в Долгосаду слишком мало посетителей, и от всех интересных животных будут избавляться. Мы интересные. Сколько у вас посетителей? А сколько в обезьяннике? Там люди по головам ходят, чтобы один глазок на глаза дурака взглянуть. Куда же надо? В лес? Лучше не быть не может. Олеся, забудьте. Товарищи, вы себя не прокатываете. А что еще слышала? Будто не теперь, только в засадах выживут. О, мы выживем. А еще что? Будто скоро в Кирилле ни одного зверя не останется. Может, и не будут в клетке сажать всяких уродов. Дай мне сил.
Старина! Дом мой! Хоть на повой, вот! Живем! Залижем свои раны! Железный ящик отдавил мне лапу! Видел разноцветные вонючки по городу летали! Угораздило тебя под машину попасть! Не разобрал! Думал, она не живая! Кинулся на нее, чтобы забились. Еле до дома так и вылял. Легко отделался. Мне повезло меньше. Ты же целый невредим. Только спим. Прорвался к своему богу. Сижу на лестнице под дверью. Твои хозяева уже спали. Я понял. Такой шум и рев. Мертвые проснулись. А эти, на цыпочку, к лоску подошли, посмотрели, войны, соседи, милицию вызвали. А эти, я теперь знаю, что буду делать. Я теперь буду глазки рвать, людишка пошивы. Мы с тобой будем по ночам уходить в город на охоту. Никто никогда не узнает, кто фашистом кровь пускает. Я уже сапну одного Митера на попу. Она у Митера не деревянная. У них замечательная попа. Это самое лучшее, что у них есть. Они долго меня будут помнить, пока на коленях сидеть придется. Кого я вижу? Куда тебя занесло? Я встретила такого же зверя, как и я сама. А ты себя-то когда-нибудь видела? Я видела его. И сразу же поняла, что я такая же. Кто же он такой? Такой же, как и я. Мы стали с ним бегать и носиться по зеленому лугу. Он со мной, я от него. Больше всего на свете я хотела, чтобы он догнал меня. И он догнал. Но потом я улизнула от него, и чуть от страха не померла, что он меня не догонит. Но он снова догнал. И ты опять ускакала? Меня уже нет на свете. Что он с тобой сделал? То, чего я хотела больше всего на свете. Это совсем не то, чем чуть-чуть занимались сеньоритами. Я думала, сверкает молния. А он сказал, нет, звездное небо. А где ты? Ну? Его прошли. Он же не снул. Не стали стрелять. А где же он? Они бросили его в машину и уехали. Я бежала за ним, сколько было сил. Вот и теперь я знаю, что такое бывает. Но больше никогда не будет. Я думала, что таких, как я, больше нет. Мы есть. Пускай
там как мотать за решеткой. Значит, умри. Лучше ничего не придумаешь. Кто тебя дал? Я знал, что не зря сюда причал. Что вы уже здесь? На входе тебе сдались. Куда же я без вас? А вы без меня. Пропадете за жаром. Олег, забрал? Воздуха лесного было много. Вы не то место, где родился. А там теперь мы будем. Колбасой полетели. В магазине родился, дед. Поздравляю. Уже нет клетки. А в магазине одно удовольствие. Помните, Серый говорил, вас много, но вы не стали. А теперь мы в одной клетке сидим. Значит, теперь мы стоим. Серому сейчас хорошо. Сейчас теорит хорошо. Thank you.
Из Домина